Привет, мои прекрасные друзья. Судьбина завела нас в центр Бургаса. Пережидаем почивку в миграции. Нам надо влезание-вылезание для оформления машин. Так, а я вас знакомлю. В очередной раз знакомлю с красивым центром города Бургаса. Прогуляемся чуток, долго не буду, потому что дел у нас куча-куча. Не надо вам вас во все посвящать, чтобы вам не было скучно. А это дела насущные, которые являются частью великих, но мы это узнаем потом. Я вам уже это говорила. Из маленьких дел происходят великие дела. Ну вот как-то так. Ну все, обнимаю вас красотой старинной. Чао-чао, мои прекрасные друзья.